Но перед началом данного видеоролика я хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты со стрима Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании, приходите, смотрите. Ну а теперь смотрим видео. Я не смогу его съесть, пацан, давайте потихоньку, если мог. Если не найдешь, то ты мне 5000 алмазов на студию. Короче, пацаны. Короче, друзья мои. Насчет лимона. Два лимона нету дома, но смотрите. Это огромный лимон. Ну как два лимона, короче. Это как два лимона. Пацаны, честно скажу, мне доктор сказал, много нельзя лимона есть, так как ты сдохнешь. Я не хочу умирать молодым. Короче, это как два лимона. Это один лимон, ну как два лимона. Ника, Валик. Ну ты крыса в натуре. Сам ты крыса, я тебе еще раз говорю, это как два лимона это. Он большой, смотри, он большой. Типа два маленьких лимона. Да, это два маленьких лимона. Блин, как съесть его? Распахивай. Промокод на алмазы. Полностью у меня в рот, у бабушки. Полностью в рот запихай, полностью в рот. Ты, да, я тебе полностью сейчас в рот кое-что швою, шляпу тебе сейчас в рот затолкаю, блин. Это сахара. А тут сверху сахар замути, так чуть хотя бы поприятнее будет. Чё ты молчишь? Он лимон запихнул в рот. Это точно сахар? Это не наркотики? Да? Осуждаю. 911. Стример Азам употребляет наркотики прямо на стриме. Это самое, которое он сказал. Блин. Чё ты очкуешь? Давай. Бля, а если я умру? Давай сразу. Лимон, наоборот, очищает твой организм от таких, как ты. Давай. Когда будет промо? Чуть попозже будет промо. Азам, давай это промо, этот, да. Да, побыстрее покушай, я скажу тебе, а то сейчас не поймешь. Нормально? Ой, Азам, давай вместо тебя съем лимон целый за 5000 рублей. Давай. На натуре? Я бы съел. Отвечаю. Я тоже съел бы, я бы два съел. Не, я бы один съел, ты бы два. Не, он прикольный на самом деле, типа лимон можно есть спокойно. А? Какой спокойно ешь, ты дурак! Лайк. Отвечаю, съем. Я его спокойно ем, Адам. Ты знаешь... Азам, ты натуре затупил, тебе надо было просто на дольки порезать и в течение стрима их просто хавать. Натуре. Давайте не буду чай по-моему. Он просто так кушает их. Давайте не будем, пацанов. Че, давайте не будем. Полную вебку сделай, вебку полную сделай просто. Да, 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 прям на весь экран, чтобы твой, блядь. Чтобы твое. Что твой? Что твой, блядь? Я твой еб. Сломаю сейчас, блядь. Ну сделай экран на полную. Короче, пусть будет так, пока что. Давай, расширяй. Хорош. Хорош, пёс. Давайте не будем, пацаны. Да, давайте не будем, пацаны. Хавай, ешь. Азам, давай я съем, Азам. Угу. Азам, мне кажется, за 5000 сам бы съел, блядь. Ой, хорош. Ой, как залетело. Ой, как домой залетел, да? Хорош, Азам, хорош, все. Еще один лимон надо есть. Он выплюнул. Выплюнул, пацаны, я видел. Так нечестно. Пацаны, спамьте, пишите все, что вам понравилось. Видели, да, он голову нагнул, даже его этот он выплюнул, он выплюнул. Он выкинул, так не считается, пацаны. Так не делается, чат. Вот когда Азам придет, пацаны, вот чат, короче. Просто напишите незасчитано, хэштег незасчитано. Хэштег незасчитано, короче. Подстрекайте. А Азам, когда придет, так и напишите незасчитано. Он выплюнул половину. Незасчитано. Пацаны, пишите в чат. Не доел, не доел, даже хэштег. Нет, скажи незасчитано. Вот пишите в чат, хэштег незасчитано.
Я вам отвечаю, сел я, пацаны. Да, да. Дебил, я сел, говорю, я рот бомбил, бля, маха. Что ты на стриме сказал, идиот? Он знаешь, что сказал? Никуля сказал, отвечай. Это он сказал, что все писали. Короче, знаешь что, Азам? Короче, это новенькая, Азам, слышь, это новенькая, короче, на стриме говорит. Я не знаю, почему она так взяла и начала так говорить. Говорит такая, типа... Смеется и говорит, типа, чат пишите незащитно. Никуля, ты сказал вот это. Засчитано. Я его сел, как я его... Подождите, чат, подождите полчаса, час. Я пойду высру его и посем, блядь. Идиоты, блядь. Это не я. А там, представляешь? Я сам в шоке сейчас сижу. Это не я, Азам. Меня под... Они врут. Подождите, у меня второй лимон. Мне надо второй лимон. Кто сказал, вот скажите, по-братски. Вот давайте, лайк, кто сказал, Азам, я его... Это новенькая, вот смотри, лайк, давай я звук отключу же на стриме, смотри. Согласен, лайк? Не-не-не, не перематывай. Зачем перематывать? Я правду. Лайк, да ты согласен? Кто это сказал? Вот давай, так, если кто это сказал... Ладно, давай я так скажу, я другое говорил. Маха говорил не защита, да? Маха, ты говорил, да? Это братишка сказал. Маха, короче, Маха, то, что я сказал, согласен с этим? Нет. Ах ты петух, блядь, я твой рот бомбил, конченый, блядь, еще раз такое скажешь, ты сам уже не... Я незасчитанный же, ты... Какой незасчитанный, я его глотанул! Чат, спамьте незасчитанного, вообще нечестно. Пошел нахер, блядь, идиот, блядь. Я не могу это съесть, это невозможно съесть, я сейчас умру. Пишите, все незасчитанные, быстрее. А мне похрен, что, блядь, напишут, я твой рот чпокну сейчас, блядь. Да лимон, он очень полезен, это же витамины. Я не куля, блядь, жопу закрой, сейчас я тебе в рот его засуну, блядь, будешь кушать, блядь. Ебать там спам пошел, прикинь, ты же жесткий. Когда ты пришел, только сел, незасчитанный. Нечестно, Азан, ты не видно, как ты ешь. Может, там я... Иди ты нахуй, блядь, дядь твой рот! Чпухну сейчас, идиот, блядь! Там предлагаю делать какой-нибудь трэш. Или там внутри на камере не видно, что ты лимон ешь. А как я тебя, блядь, что? Вот, а вот так твой должен кушать, идиот, блядь! А ты ушел и выплюнул его, Азам. Мы же... Я тебе сейчас, блядь, в лицо плюну сейчас, блядь! Давай, если я его не выплюну, я тебе в лицо плюну, блядь! Когда на вечеринке будешь? Если не забудешь... Блин, вы закалипали. Незасчитано, видишь, все пишут, не засчитано. Опа, ест, дальше. Это нереально, пацаны. Реально, давай, бро. Давай я съем, Азам. Это нереально, друзья мои, это трудно. Ой, слушай, это очень трудно, друзья мои. Азам, давай я съем в Дискорде, только за что-то. Ебать на Дискорде. Давай я тебе не кикаю. Давай я тебе либо навсегда кикаю, либо ты ешь лимон. Давай. Давай. Нет. Давай, брат. Давай. Ты чё, так нельзя. Давай. Ой, бля, нахуй. Я молчать тогда буду. Ладно, Азам, да все не надо, хватит, ты чё? Ты и так пожертвовал собой. Не, реально, Азам, хватит, все, куда ты второй ешь уже? Потом, а то... Там это, слишком много лимонной как... кислоты, Азам, хорош. Потом срать сложно будет, серьезно, срать потом сложно. Да, там у тебя будет просто фонтан горьких, ярких эмоций. Пацаны, это пипец, блин. Это невозможно. Азам, у тебя сейчас живот заболит, баран. Может, хватит, да я? Реально, хорош. Хотите, чтобы я сдох, чат? Шутками, но реально это хватит. Это пипец, блядь. Нельзя, что много лимона есть. Это пипец, пацаны. Я не могу больше, пожить. А сейчас поливай. Это пипец, блядь. Да, он пошел. Сегодня новости Free Fire. На прямой трансляции. Стало плохо Азамату Караеву. Под кличкой Озеро.
На его YouTube-канале исполнило 2 миллиона подписчиков, и часть этого он хотел съесть 2 лимона. Но вышло так, то, что второй лимон не пошел. Началась трагедия. Где эти уроды два, бля? Эти два урода, бля, мне ваш урод бомбил. Брат, не беги, я только вот сюда наступил. Бля, пацаны, чат, если я умру... Брат, переписывай на меня канал, я буду за... Где этот, блядь, где этот хаймер? Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, текст удачи и всем пока-пока.